Всем привет, друзья, с вами Закупыч. И не успел я распаковать первую посылку, которая вышла совсем недавно, ну не первую. Вот, как мне прислали очередную посылочку от подписчиков. Давайте почитаем, от кого она к нам приехала. Волков Артем Андреевич, город Волгоград. Волгограду всем привет. Кстати, в правом верхнем углу, вот здесь, и перевернутая, а, нет, и английская, и перевернутый восклицательный знак, там есть ссылочка на плейлист «Подарки от подписчиков», может быть, там есть ваши земляки. В общем, каждый волгоградец, который сейчас смотрит это видео, должен кричать «Волгоград! Волгоград! Я из Волгограда!» Давайте распечатываем, смотрим, что это, кто это, что это такое. Посылка была 300 грамм. Так, это вот такой чемодан. А что это за чемодан? Кто знает, это из-под кроссовок, из-под обуви или что это такое? Так, тут написано. Цвет белый, подошва резина. Страна Европа, Восторг, Москва. Что? Сделано в Москве? Кеды женские! Кеды женские мне приехали! Это кому кеды покупали? Маме, сестре, папе? Так, что это? Что это? Ты боишься открывать? Господи. Господи. Что это? Я надеюсь, там нет дохлой кошки под ней. Так, даже из-под кеда это. Ну-ка, понюхаем. Пахнет женскими ножками. Шучу, шучу. Что это такое? Это самая страшная посылка в жизни моей. Так, для Закупыча давайте проверим, что это такое. Привет, Закупыч, мне очень нравятся твои видео, особенно рубрика со скрипышами. Поставь, пожалуйста, лайк на видео в ТикТок. Перс Бич? Перс Бич? Перс Бич. Нет, это Ре, да? Или Певс? Нет, это Ре. Перс. Перс Бич. Так, я ссылочку на его ТикТок оставлю в описании тогда. Можете каждый зайти и сказать, какую крутую маску. Я обязательно лайк поставлю. Так, а что тут еще? Вау, ничего себе, да тут не только маска. Слушайте, я думал, там только маска. Я обязательно эту маску примерю. Примерю. И сейчас вы увидите кадры, как я в этой маске бегаю голый по улице. Пугаю прохожих. Так, ладно. Больше закупочек никто не видит. Слушайте, вот такая штука у меня есть. Это из Макдональдса, да, была эта акция? Типа смайлики. Это смайлик рука вот такая. Это. О, смотрите. Похожа моя рука на эту? Смотрите. Ему понравилась моя рука. Какая ты сладенькая рука Закупыча. Какая мелкая. И даже Майнкрафт. Слушайте, это похоже на оригинал. Это оригинальный Майнкрафт? У него так ручки, то есть ножки так ходят. Это Лего Майнкрафт оригинал или нет? Так, а ты разбираешься? Голова снимается. И у него даже, знаете, я недавно мини-фигурки распаковывал, и мне там выпал Чип и Дейл, и у него была вот точно такая же Лего сумка, Лего мешочек. То есть вот такой Лего Майнкрафтер. Да, он разбирается, это походу оригинальный Лего Майнкрафт. А я не знал, что вот такой может быть золотой, золотой чувак. А шлем снимается? Да, и шлем снимается. Как зовут этого чувака, кто знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, и здесь что-то для Смоки. Смоки, ты где? Для тебя что-то? Надеюсь, там нет кошачьей мяты, а то он сейчас описывает мне весь стол. Так, на радостях. Вау! Там, и там что-то выпало, кстати. Там что-то выпало. Как ты хорошо это все запечатал. Да, и это Феликс аппетитные кусочки. Феликс аппетитные кусочки, Миша, такая пачка. Рада. Да, Миша, ты будешь рада? Да. Миша так смотрит. Миша так смотрит, да. Нет, это Смоки сказали. Аппетитные кусочки с ягненком в желе. Пурина. Смоки, иди сюда. Давай, Валь, неси его сюда, мы ему сразу подарок покажем, чтобы зрители это... Так, а тут у нас есть фишки и есть вот такой рисунок Закупыча. Посмотрите, какая красота. Закупыч. Спасибо. Рисунок, кстати, офигенный. Ты это красками нарисовал? По-моему, это краски. Это, скорее всего, акварель. Очень качественно нарисовано. Так, Смоки. Для тебя коробочка здесь. Опа. Он любит коробочки. Смоки. Вот это вам. Скажите спасибо. О, все, спит. Все, ему больше коробочка нравится. Вы побольше коробочек присылаете, вот он любит коробочки. Так, давайте пока посмотрим фишки, которые он мне присылал. Это миньоны, кстати, да. Надо, давненько мне никто фишек чипика у миньоны не присылал. Так, это у нас, что такое? Это этот,
Отель Трансильвания, или как он там называется? Корпорация монстров, забыл. Так, это что-то другое. Чипикао. Это опять монстры на каникулах, да, точняк. Дальше. Это тоже монстры на каникулах? Такой фишки у меня точно нет. Вот это я впервые вижу. Номер 87. И миньёшки. Вот он еще один. Валкнепланк. О, ну просто красота. Все, Смоки доволен. Вот так положу это дело. Смоки, расскажите, как вам подарок? Не, ну он вроде как мурлыкает, ему нравится. Вы слышите, как он урчит? Да, послушайте. Тихо, давайте, тихо. Слышите, как он мурлыкает? Все, Смоки доволен. Та-да! Ну а сейчас я буду перевоплощаться вот в этого монстра, чью маску мне подарили. Я был обычный офисный работник, который стеснялся своих коллег, стеснялся одноклассниц, а потом я нашел вот эту маску. Я нашел эту маску на берегу реки. И теперь давайте посмотрим, что она со мной сделает. Офигенная маска, где ты ее купил? Сколько такая маска стоит? Мне надо побольше таких масок себе. За маску лайк. А я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч, и это мой канал Закупыч. Меня зовут Денис. Оставайтесь на моем канале. А следующее видео вы сейчас видите вот здесь и вот здесь. О, вот тут. А нет, здесь видео. Здесь канал, или наоборот. Пока.